Останавливает как-то Ронни Усалливана гаишник и говорит: «Ронни, ну что это за дела? Вы проехали перекресток на красный свет». А Ронни в ответ отвечает: «Ну а что такого? Предыдущий-то я проехал на цветной». Всем привет! Это передача «Покати шаром», и с вами я, ее ведущий, Станислав Булацкий. Каждое лето в начале июня Петербург принимает два крупнейших турнира. Это Кубок Лангони Русса по пирамиде итальянского производителя Лангони и Чемпионат России по пирамиде. Эта серия из двух турниров носит особое название – «Белые ночи», и в этот раз оба они игрались в динамичную пирамиду. Для всех участников распахнул свои двери самый большой бильярдный клуб Петербурга «Пулково-3», по праву примеривший освободившийся титр на краю города в центре событий. Мужской Лангони собрал больше участников, чем в прошлом году – 146. Представлены 8 стран – Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Финляндия. У девушек турнир собрал 53 участницы из трех стран. Только двое представляют Украину – Жанна Шмаченко и Татьяна Мелехова, и четверо – Беларусь. На турнире по традиции присутствовал сам глава семейного дела Лангони – Пьер Луиджи Лангони. Здравствуйте, уважаемые поклонники бильярда. Мы ведем свой репортаж из Санкт-Петербурга, из бильярдного клуба «Пулково-3», где в эти дни проходит международный турнир по пирамиде «Кубок Лангони Русса». И у меня в гостях люди, которые уже на протяжении многих лет являются бессменными организаторами этого турнира. Александр Пухленко, вице-президент Федерации бильярдного спорта России и генеральный спонсор, собственной персоной Пьер Луиджи Лангони, прибыл к нам из Италии. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Buongiorno. Ну и несколько слов о впечатлении ваше от Петербурга, от турнира. Ну, когда Пьер Луиджи Лангони пролетает в Санкт-Петербург, он уже чувствует себя дома. Ну, настолько часто он бывает в Санкт-Петербурге, и настолько хорошо развито сотрудничество с Федерацией России, Федерацией Санкт-Петербурга. И вот данный турнир ему тоже очень нравится. Мы уже столько проводим и турниры, но главная особенность этого турнира – количество участников. 205 человек, ну, мне кажется, это абсолютно рекорд. Не смотрели, но я думаю, что да. Может быть, чем-то удивите нас в следующем году? Какими-то, есть ли какие-то задумки по развитию, по усовершенствованию, схем проведения? Ну, каждый раз, в общем, возникают опасения, что количество игроков будет уменьшаться, но вот оно не уменьшается. И более того, что радует, увеличивается количество особенно молодых игроков. На самом деле, в ноябре запланирован Кубок мира Лангони среди юношей. Он уже запланирован, естественно, по динамичной пирамиде. Значит, и более того, он будет являться отборочным. Победитель этого турнира автоматически будет попадать в великолепную восьмерку, как молодой игрок. Да, в ноябре. Какое ограничение по возрасту будет на этом турнире? 16 лет. Да. Вот такую интересную новость мы узнали. Приглашаем всех юных спортсменов, любителей пирамиды на этот турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Что я хочу сказать, что положение пока еще не написано, но смотрите обязательно на сайте ФБСР, на сайте Лиги любителей бильярда. Как только положение будет готово, обязательно смотрите и уже узнайте точно, где, как, что, сколько, гостиницы и прочие вещи. Очень важно. Ну что ж, на этой интересной новости мы, наверное, закончим этот небольшой репортаж. Желаю турниру Кубок Лангони Русса процветания, развития. Вот, очень приятно, что специально для юных спортсменов, а мы знаем, что бильярд молодеет с каждым годом, все более юные. Вот есть 10, 11, 12-летние участники. Ну, желаю вам удачи. Спасибо за это интервью. Thank you for you. Спасибо. Похоже, что большое количество участников, желающих побороться за кубок, стало неожиданностью для организаторов. Во второй день женскую часть соревнований пришлось перенести в клуб ЛДМ «Стандарт». Из петербургских спортсменов в мужском турнире дальше всех прошел Евгений Прусак. Его остановили лишь в 1/8. Особо интересным вышел его матч против Андрея Фрейза за выход в 16 сильнейших. Как мы помним, не очень в последнее время складываются отношения Андрея с динамичной пирамидой. Вот и против Прусака он не сразу включился в игру и по итогу уступил 3-5. Лига любителей бильярда вела прямую трансляцию самых интересных встреч турнира, в том числе и финальных, в том числе и из известного ресторана «Амроз». У девушек финалистками стали Диана Миронова и Екатерина Казакова. И если у Кати всегда находится какой-то веский аргумент против любой соперницы, то Диане она противопоставить ничего не смогла. 4-0 Миронова победила. За последнее очень долгое время победить Миронову удавалось только Ксении Крюковой на чемпионате Европы.
Однако Ксении не удалось вновь встретиться с Мироновой на крупных соревнованиях, потому что в 1/8 она потерпела поражение от Анастасии Луповой, чье появление в Петербурге на белых ночах, кстати, стало приятным сюрпризом для всех нас. От мужской финальной встречи между Артуром Пивченко и Владиславом Осмининым зрители ждали многого. Оба молоды, кстати, они ровесники 91 года рождения, очень талантливы и демонстрируют высокий уровень игры. Кроме того, оба славятся любовью к атакующему бильярду. Плюс этот матч был интересен еще и тем, что Артура в начале турнира в нижнюю сетку отправил именно Владислав Осминин. Борьба завязалась лишь к середине матча. В дебюте Осминин просто не давал Пивченко подойти к столу. В итоге Артур не смог переломить ход матча, который закончился со счетом 7-4 в пользу Влада. Подводя итоги, можно сказать, что Артур в начале встречи был немного не в форме, после простуды и напряженного турнирного графика, но разыгрался к шестой партии. А Владислав играл просто блестяще, хотя концовка была чуть менее уверенной, чем начало. Послушайте, что по этому поводу говорит сам Осминин. Ой, судя по прошлому опыту, в том году я занял третье место на лонгоне и выложился так, что на чемпионате России проиграл вообще там, даже в 16, по-моему, не попал. Даже в Олимпийку, по-моему, только на первую стадию сыграл и все. И ну а приоритеты, вот когда ты ехал в Петербург, как ты расставлял? На первом месте все-таки чемпионат России или лонгоне? Коммерция или спортивные достижения? Ну, как сказать, мне и этот турнир, и чемпионат России оба как бы важны для меня. Ну, конечно, на лонгоне как бы есть какие-то премии хорошие, но чемпионат России не менее престижный турнир. Там, во-первых, ты можешь там, звание получить. Ну, хотя у меня уже есть мастер спорта, да. Во-вторых, там на чемпионаты мира, на чемпионаты России отбор, все-таки как-то попасть в сборную. То у меня там некие проблемы там со сборной возникли. За плохое поведение. Ну, приходится расхлебывать, приходится. Да. Ну, впереди Влада ждала еще одна победа, как, впрочем, и Миронову. Сразу после Кубка Лангони там же в Пулково 3 стартовал чемпионат России по динамичной пирамиде. Открытие соревнований происходило в атриуме комплекса Пулково 3, специально подготовленном для выхода спортсменов. На чемпионат России у мужчин зарегистрировались 108 бильярдистов из без малого 60 городов страны. В женском турнире приняли участие 52 бильярдистки. В целом их состав мало чем отличался от оного на только что закончившемся Лангоне Русса. О звездности состава участников можно судить уже даже по самим матчам. Чемпион первенства ЛЛБ 2010 Евгений Прусак вновь показал, что отлично разбирается в динамике. Он был сломлен лишь Дмитрием Баевым в 1/16. Что это был за матч? Великолепный по накалу. В одном шаре был Евгений от победы. Досадная ошибка, и Баеву чудом удается избежать поражения. Интересной стала встреча Михаила Залывского и Вадима Бердышева. Как многие помнят, именно эти ребята были замешаны в прошлогоднем конфликте, когда Залывский был дисквалифицирован. Жребий свел их и дал возможность выяснить отношения за бильярдным столом. После почти 2,5 часов игры победа в контровой все-таки досталась Бердышеву, как и в прошлом году. Третье место в турнире занял Сергей Тузов. Особого внимания заслуживает его матч в полуфинале против Владислава Осминина. Сергей во время игры настолько ушел в себя, что не заметил, как после его штрафа Влад Осминин снял шар себе на полку и продолжил игру с руки. Но, конечно, не этот инцидент стал причиной поражения Сергея. Он сражался до самого конца, то есть до контрового шара. Выполняя удар, Тузов киксанул и пропустил Осминина в финал. Соперником Владислава в финале стал Леонид Швыряев, неожиданно раскрывшийся на этом турнире. В его активе к решающему матчу в Амроце были победы над Дмитрием Петропавловским, Кириллом Цингалевым, Никитой Левадой и Дмитрием Баевым, кстати, в сухую. Впечатленные игрой Осминина и его победой на лонгоне Русса, многие болельщики ставили на достаточно легкую победу Владислава, но Леонид все-таки дал ему бильярдный бой. Это уже потом Осминин скажет: «Выиграл, потому что надоело проигрывать». Итоговый протокол зафиксировал победу Владислава со счетом 6-3. Осминин становится абсолютным триумфатором белых ночей. У женщин без изменений. В финале на этот раз соперницей Дианы стала Наталья Корнева. Матч этот закончился со счетом 4-2, и Диана Миронова прибавляет к своему длинному списку достижений победу на чемпионате России по динамичной пирамиде. Очень много турниров выиграла, но вот всегда хочется еще и еще. Нахожу мотивацию чисто из-за того, что очень сильно люблю бильярд, поэтому играю. Ну вот много в последнее время разговоров о том, что Диане пора переходить в мужской бильярд. Как ты к этому относишься? Не совсем положительно. Пока, если честно, не собираюсь. Пока останусь в женском бильярде, поиграю. А потом посмотрим, как жизнь дальше сложится.
На этот раз бильярдные белые ночи оказались еще длиннее, и для питерских пулистов были продлены пятым этапом открытого кубка города «Орлеони Кап». Ввиду закрытия развлекательного комплекса «Лидер» пришлось подбирать новую площадку для проведения данного турнира, и администрация бильярдного клуба «Пулково-3» любезно предоставила нам свои столы, количество которых позволяет проводить данный турнир в течение одного дня. Должен сделать объявление о новом нашем партнере данного турнира. Это компания «Бильярд Сервис», всем известная компания, которая является генеральным спонсором Лиги любителей бильярда. Также данный турнир, партнерами данного турнира являются Лига любителей бильярда и Федерация бильярдного спорта. И, конечно же, наш генеральный спонсор – компания «Орлеони». Да-да, уже пятый раз в этом сезоне открытый кубок Санкт-Петербурга «Орлеони» по пулу уверенно набирает спортивную высоту. И эти слова в этот раз приобретают особое значение. Все дело в том, что очередной этап Кубка «Орлеони» проходит в стенах того же «Пулково-3», и летно-воздушные ассоциации приходят сами собой. Что касается статистики, она такова. На турнир прибыло 56 человек, среди которых был замечен небезызвестный Владимир Петушков. Призовой фонд турнира – почти 30 тысяч рублей. Ну, если брать российский уровень, конечно, то ребята играют, в принципе, неплохо, да. Я раньше сам занимался профессиональным пулом, играл, вот, часто ездил даже на чемпионат Европы среди юношей, участвовал во всех турнирах, вот. Ну, вот сколько уже не играю, с 18, с 19 лет, уже лет 7-8 не играю в пул, вот. А тут решил поиграть, посмотреть, как ребята играют, ну... Честно говоря, сказать честно, ничего не изменилось. То есть не сказать, чтобы плохо они играют. Играют, конечно, хорошо, но это не европейский далеко уровень. Это вот уровень наш российский, так сказать. Но мне кажется, чтобы выйти на европейский уровень, надо, чтобы, во-первых, проводилось больше соревнований у нас в городе, различных, чтобы был большой наигрыш хороший, что ребята часто играли. И часто играли более серьезные турниры, конечно. Почему решил принять участие? Ну, потому что соскучился по пулу, поскольку, повторюсь, раньше играл тоже профессионально, вот, занимался. Вот. И в последнее время больше стало свободного времени в плане бильярда, да, то есть... Меньше стал ездить на какие-то русские турниры по русскому бильярду. То есть появилось больше времени, решил приобрести себе пуловский ки опять и поиграть немножко в пул. Но я как бы ни на что не претендую, только на городском уровне. Никуда ездить не собираюсь. Ну, разве что в Финляндию также может прокатиться. Ребята говорят, что там интересно. Вот. Но каких-то задач не ставлю, просто для себя. С этого месяца спонсором турнира также является компания «Бильярд Сервис», активно поддерживающая бильярдную жизнь в Санкт-Петербурге. А победителем пятого этапа стал Владимир Лысанов, который в четырех предыдущих демонстрировал потрясающую стабильность, доходя до полуфинала. Теперь же заклятый барьер был преодолен, а в финале и сам Леонид Михайлов не смог остановить нацеленного на победу Лысанова. Этот успех позволил Владимиру возглавить рейтинг Кубка, сместив с первой позиции того же Михайлова. А теперь, дорогие друзья, время для поздравлений. С днем рождения, Женя, та, которая Рамодина. Любите бильярд так же, как люблю его я. 17 июня в Москве в бильярдном клубе «Трикстер» прошел нигде и никем не афишированный турнир необычного формата. 8 сильнейших бильярдисток мира разыграли в американку солидный призовой фонд – 10 тысяч долларов. 5 тысяч за первое место, 3 тысячи за второе и по 1000 за третье места. В финал турнира, приуроченного к дню рождения Евгении, вышли Диана Миронова и Ольга Милованова. Также заслуживает отдельных поздравлений и Андрей Фрейзе. 23 мая решением министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко кемеровскому спортсмену, члену сборной команды России по бильярдному спорту Андрею Фрейзе, присвоено высокое спортивное звание мастер спорта России международного класса. Андрей давно и очень упорно шел к этому важному рубежу в своей спортивной карьере. Мы поздравляем Андрея Фрейза с важным в его, да и в нашей жизни событием. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, успехов, новых побед. Пусть он еще многие годы радует своих поклонников красивой, яркой и результативной игрой. 17 июня в столице Болгарии Софии завершились финалы чемпионата Европы по снукеру. Первым закончился матч у сеньоров. Англичанин Стив Джад со счетом 6-4 выиграл у Алана Трига. Украина получает первое в ее истории серебро чемпионата Европы. У женщин очередной чемпионский титул записала в свой актив Венди Янс. И хотя счет ее встречи с представляющей Латвию Татьяной Васильевой выглядит разгромным 5-1, бельгийке пришлось изрядно потрудиться, вырывая победу в каждом фрейме. Но тем не менее, совершенно заслуженно бельгийка празднует сегодня еще одну свою победу. Победителем в мужском турнире стал валиец Дэниел Уэллс. Счет его матча с ирландцем Винсентом Мулденом 7-4. Пожалуй, самый упорный финал.
А мы добавим, что с чемпионата Европы по снукеру велась прямая трансляция в сеть интернет, которую можно было смотреть на нашем сайте в течение всего турнира. Организация трансляции бильярдных соревнований становится уже не просто необычным подарком для болельщиков, а обязательной задачей для организаторов. Ну, мы-то с вами знаем, какую бурю недовольства вызывает у зрителей новость об отсутствии показа того или иного турнира. Ну, а теперь от июньских новостей к нашим постоянным рубрикам. Закончились снукерные деньки маэстро капитана Трюка, и возвращается он обратно на пул. Итак, новые трюки на пуле от Леонида Михайлова. Всем привет, с вами вновь Капитан Трюк, и мы опять возвращаемся к моим любимым трикшотам на пуле. Итак, начинаем. Первый мой удар очень непростой. Я забиваю третий шар в угловую лузу, затем биток перепрыгивает через машинку, катится чуть-чуть вперед, затем возвращается назад и забивает девятый шар. Попробуем. Итак, новый трикшот, который я сейчас вам покажу, называется 47 попыток и золотой ключик ваш. Ваша задача забить одним ударом 3 шара. А каким образом это делается? Я буду бить сильно, тоненько в край первого шара. После этого он падает в центр, пятый шар падает в угол. А биток делает 4 борта и забивает шар номер 3. Посмотрим. Следующий удар, который я вам покажу, его задача будет состоять в том, что я забью одновременно 3 шара в одну лузу. Первый, второй и третий. Сначала упадет шар под номером 1, потом второй и третий от борта упадет также в эту лузу. Смотрим. Для следующего удара нам понадобится треугольник и прыжковый кий, джамп. Наша с вами задача – забить третий шар в угловую лузу, но при этом, чтобы треугольник оставался на месте. Для этого мы сделаем джамп, попадем в тройку, и третий шар перепрыгнет и упадет в угловую лузу. Смотрим. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Тренируйтесь, и у вас также будут получаться такие красивые удары. Пока-пока. Так как постоянный ведущий рубрики «Секреты мастерства» Роман Киричук находится в отпуске, то мы предложили Лене Михайлову остаться и провести экскурс в «Секреты мастерства» на русском бильярде вместо Романа Киричука. Но Леня вчистую отказался и предпочел остаться в своей родной стихии на пуле, продолжив тему, начатую Романом в прошлом выпуске. Итак, выходы на пуле. Итак, перед нами игровая ситуация, при которой надо забить первым шар номер 8. Напрямую его не видно, поэтому в угол его никак не срезать. Поэтому мы его забиваем от двух бортов в середину. На остановке.
Следующая игровая ситуация, в которую мы попали, выглядит таким образом. Восьмерку мы не будем сюда срезать, и отыгрываться мы тоже не будем. Мы будем делать идеальный выход, но при этом восьмерку мы забиваем дуплетом в середину. Тихим, мягким ударом. В данной ситуации мы можем много чего придумать. Практически можем восьмеркой забить любую лузу, но мы будем забивать ее оборотником сюда. А биток сделает три борта и выйдет в зону выхода. Играем с нижним левым винтом. В этой игровой ситуации мы будем выходить на девятку с помощью трех бортов. Делая удар, забивать восьмерку будем сюда. Делать удар будем с сильным сопровождением. Играю с нижним винтом. С нижним левым винтом. В этой позиции мы не будем забивать восьмерку дуплетом. Будем забивать восьмерку в эту угловую лузу. Будем использовать при этом три борта. Игра трех бортов, это считается классика в пуле. Очень часто используемый удар при игре в пул. Так играю с правым верхним винтом от трех бортов. Данная игровая ситуация очень типична для игры в пул. Мы примем совершенно нестандартное решение. Будем забивать восьмерку от трех бортов в тот же угол. Перед нами реальная игровая ситуация, которая случилась два месяца назад на чемпионате Европы. Это была контровая партия. Два спортсмена играли в десятку. Десятка — игра заказная. Итак, контр. Остались два шара. Девятка и десятка. Девятку надо забить. В какую лузу? Даю вам 10 секунд на размышление. Вы пока подумайте, куда я буду ее забивать. А потом я покажу, что я сделал. Итак, я покажу два варианта забития в одну и ту же лузу. Первый вариант. Напомню вам, что спортсмен, который заказал девятку, он забил шар в ту лузу, в которую хотел, и при этом также сделал выход. И теперь второй вариант. Но немного попроще. И продолжая так спонтанно получившийся бенефис Леонида Михайлова в июньском выпуске «Покати шаром», для всех тех, кто сомневался в беспредельной крутости капитана Трюка, 147. We'll be right back.
Гостем студии «Покати шаром» на этот раз стал Виктор Смолер, один из лучших бильярдных тренеров Петербурга. С собой он привел двух учеников – Кирилла Исламова и Антона Миллера. Здравствуйте, здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Я сразу к делу. Как давно вы занимаетесь тренерской деятельностью? Тренерской деятельностью занимаюсь уже, наверное, примерно лет 8-9. Только в бильярде? Нет, в бильярд это как раз 8-9, а вообще тренерская деятельность где-то с 2000 года, даже чуть-чуть раньше, когда еще занимался рукопашным боем, у меня уже была тренерская работа, опыт был огромный. У меня уже были чемпионы только по рукопашному бою. После того, как я начал заниматься бильярдом, появились опыт, знания, навыки. Тогда у меня появились ученики, которые со временем стали превосходить учителя и идти дальше-дальше по ступенькам, чемпионским званиям, достигать. Это все такая ситуация. А как вы из борьбы попали в бильярд? Значит, очень успешно выступал я, и немножко не повезло, порвали связки на коленном суставе. Ну и врачи запретили выступать, и когда восстанавливался период реабилитации, нужно было заниматься, двигаться, как-то двигаться, чтобы восстанавливать мышцы. И кто-то, добрый человек, посоветовал какой-то, не помню даже кто, поиграть в бильярд. Вокруг стола же ходишь постоянно, еще много времени проводишь за ходьба вокруг стола. И я начал ходить вокруг стола, и начало получаться. Ну и через год уже потихонечку меня начали узнавать в Петербурге. То есть за год я сразу, результат у меня был год тренировок, и в конце года я сразу стал вторым на чемпионате Петербурга, когда еще участвовали монстры бильярда нашего, Султанов, там, Петушков, все эти ребята играли в то время еще тогда. Ну, вот я тогда вторым стоял. Какие, скажем так, на сегодняшний день есть сложности? Вот хотя бы взять, если у нас в Петербурге, в работе тренера, там, может быть, поиск учеников или поиск площадок или какие-то отношения. Что вот сложнее всего в этом процессе? На самом деле сложнее всего, мне бы хотелось, допустим, тренировать не просто людей, которые приходят тренироваться за деньги, да? То есть они приходят, платят деньги и пытаются научиться. Это все здорово, хорошо для всех, но было бы здорово, если бы была спонсорская помощь от кого-то, да, какие-то крупные, брать школы, и чтобы люди тренировались, те, которые не имеют денег. Среди них часто бывает, что очень способные ребята находятся. И вот этих ребят тоже бы хотелось, но у них денег нет, поэтому нет возможности. Вот, а бесплатно сейчас в наше время тренировать нет возможности ни у кого. Поэтому, а те, кто готов заплатить деньги, те тренируются, у тех результаты. Ну и вот очень удачно сегодня с Виктором к нам в студию пришли Кирилл Исламов и Антон Миллер. Рад вас я видеть, ребята. Последний раз мы, кажется, на «Белых ночах» виделись. В этом. Как итоги «Белых ночей» у вас? Ну, на Лангоне с 17 по 32, а на чемпионате России я не принимал участия. На Лангоне я, к сожалению, проиграл две игры, а на чемпионате России проиграл за выход в 32. А почему Антон не играл на чемпионате России? Ну, не отобрался и решил, что если не отобрался, то нечего там делать. Понятно. Как давно, Кирилл, занимаешься с Виктором? Ну, как бы я пришел к нему в 2009 году, в августе. И ты умел играть, когда пришел? Уже какие-то понятия не было? Вообще не умел? Нет, нет. То есть ты, считай, поднялся за 2 года, можно так сказать? Да. Антон, а ты давно? Ну да, достаточно давно. Это я пришел к Виктору, наверное, весной, по-моему, 2007 года. Ну да, примерно через год стал уже чувствовать себя намного увереннее и стал уже, ну, выигрывать кое-какие турниры. И на тренировке с тренером тоже уже была довольно равная игра. И, в принципе, да, вот через год. Как самостоятельная единица вроде того, да? Да-да-да. А как у вас, кстати, с учебой складывается? Вот бильярд, учеба, турниры, поездки? Ну, с учебой у меня все хорошо. Я закончил 7 класс, и у меня нету ни одной тройки в годовой. То есть все нормально? Да. Антон, а ты где учишься? Ну, я сейчас учусь, закончил 2-й курс в Лесгофте, и, ну, поскольку я неплохие результаты стал показывать в последнее время, ко мне там нормально относятся и кое-какие вещи прощают. Поэтому, ну, 2 сессии сдал на отлично. Ну, отлично. Я рад был очень вас всех видеть. Нам еще с вами предстоит маленькое испытание, но это мы уже перейдем чуть-чуть попозже. И само собой, Кирилл Исламов стал главным помощником в розыгрыше призов лотереи первенства ЛЛБ. Итак, первым лотом лотереи станет зачистка в подарочной коробке, так называемой, от компании «Бильярд Сервис». Помогает мне Кирилл Исламов тащить. Я думаю, что нужно тебе либо закрыть глаза, когда ты будешь доставать карточку, либо отвернуться. Да, вот это правильно. Ты. Обладателем зачистки в подарочной коробке становится Курбанов Джасурбек Хамирджанович.
Лот номер 2 от компании «Бильярд Сервис». Набор, наклейка и зачистка. И, видимо, еще пара мелков. Хороший мел. Так, ну поехали. Обладателем набора из наклейки и зачистки стал всем известный Дурдыев Азиз. Следующим лотом стал чехол Лангони, также от компании «Бильярд Сервис». Кирилл, готов? Чехол, кстати, очень приличный, так что я, пожалуй, еще раз 5 этот барабан крутану, дабы улучшить распределение. Обладателем счастливым чехла, видимо, для русского кия становится Дьячков Александр Михайлович. Он же полист. Да, вот я то же самое подумал. Но ничего, чехол очень полезная в хозяйстве вещь. Туда, например, можно сложить удочку и какой-то такой продолговатый предмет. Пришло время разыграть и призы, подарки от Лиги любителей бильярда. Для начала это будут 3 учебника «Азбука бильярда». Итак, сейчас тебе нужно будет вытащить 3 карточки с фамилиями. Раз, два, на ощупь. 3, кажется, есть. Итак, обладателями «Азбуки бильярда» становятся Сергей Гуржи, Александр Артемьев. Александру очень везет на книги в лотерее. Вот книгу по трюкам и фокусам на пуле он уже выигрывал, а «Азбука бильярда», может быть, хорошая. Это знак, что пора бы уже к русскому бильярду обратиться. И Бадалов Валих. «Азбука бильярда» едет в клуб «Стрелец». Следующие 3 приза от Лиги любителей бильярда – это футболки Поло, такого темно-синего цвета, разных размеров. Точно так же, тянешь 3. Обладателями футболок Пола стали Назаренко Сергей Александрович. Раз. Белая карточка, то есть никто. 2. И Вадим Щербаков. Олегович. Вадим Олегович. Да, ну и естественно мы исправим досадное недоразумение с белой карточкой. Сейчас нужно будет тебе разыграть последнюю футболку и достать 1 карточку. Леонид Михайлов, не сразу далась тебе в руки футбол с 3-й попытки, но, видимо, она действительно твоя. Кстати, размер XL, то, что надо. Ну и, наверное, самым важным призом от Лиги любителей бильярда и компании Art Billiard станет картина Владимира Семеренко. Вот она перед вами. Давай, Кирилл, ты сейчас должен достать карточку с именем настоящего ценителя изобразительного искусства. Итак, это Леонид Муртазин. Так, пришло время для самых главных призов. Ним станут 3 зонта от Банка Санкт-Петербург. Это очень хорошие зонты для питерской погоды, которые будут служить верой и правдой долгие годы. Так, 3 обладателей зонтов. Это Шмойлов Иван, Симон Александр и Сулейманов Сократ. Выгодно подчеркнут ваш стиль эти зонтики. Ну и спасут от дождя. Вот пришло время для самого главного приза. Им, как и в прошлый раз, станет кий мастера Игоря Лукшина. Кирилл, максимум концентрации. Контровая партия, контровой шар. Обладателем кия Игоря Лукшина становится Игорь Петров. Поздравляем, Игорь, поздравляем всех остальных. Спасибо, Кирилл, и до встречи в следующем месяце. Играйте в турнирах рейтинговых Лиги любителей бильярда и выигрывайте эти замечательные призы. Возможно, в следующем месяце они станут вашими. Ну и следующим нашим испытуемым станет Кирилл Исламов. Ну, правила ты уже знаешь, да. Только что видел, как Антон все это делал. Мы тебе желаем удачи. Должен, играя своим кием, показать лучший результат. А вот с разбоем-то что-то не сложилось.
Первый штраф, самый ненужный. Да, отличный шар. Второй. Кому-то надо собрать. Четыре штрафа пока, и прошло 2 минуты 20 секунд. Все хорошо. Пятый штраф. Эта луза, кстати, самая строгая. В нее советую атаковать как можно меньше. Седьмой штраф. Отлично справилась ситуация ценой 8-го штрафа. Вот это было нечто сейчас. Девять штрафов. Позиционная игра проснулась. Охерел. В конце стол начинает помогать. Также у Антона тоже был что-то похожее.
левой рукой заканчивает Кирилл. И его время 5:45, это чистое, и 9 штрафов, да, это 1,5 минуты. Так, сейчас 6, я прибавлю. 7 минут 15 секунд. Слушай, а что, отлично, между прочим. Ну, естественно, твой ки, молодец, очень здорово. И это был Кирилл Исламовский стиль на этот раз. Доволен? Да, нормально. Но можно было бы и лучше, наверное, да? Да. Ну вот и пришло время прощаться. Наша передача подходит к концу. И мне остается пожелать всем удачи, счастья и веселья. Ведь сейчас лето. Ведите здоровый образ жизни, любите спорт, играйте в бильярд. Пока! We'll be right back.